Администрация промышленного района Самары сообщает о том, что продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. По улице Победы, 97, ведется укладка первого слоя травмобезопасного покрытия и установка малых архитектурных форм. Это стало возможным после того, как жители приняли участие в нацпроекте «Жилье и городская среда». Вы также можете принять участие в преображении района. Для этого нужно проголосовать за объекты благоустройства на сайте госуслуги. От промышленного района в голосовании участвуют парк «Воронежские озера», парк «Молодежный» и сквер «Калинина». Какой будет Самара, решать ее жителям. Каждый может сделать шаг навстречу благоустроенной среде вокруг себя и поучаствовать в оформлении родного города. Голосование проходит на платформе 63.городсреда.ру. В нем принимают участие 20 общественных пространств. Голосование продлится до 31 мая. По его результатам определится, какие территории будут благоустроены уже в следующем году. Приемная кампания с использованием суперсервиса «Поступление в ВУЗ онлайн» стартует 20 июня. Абитуриенты смогут подать документы в ВУЗ онлайн через госуслуги. При этом остается возможность подать заявление очно, по почте или через сайты вузов, например, через личный кабинет абитуриента. В этом году к суперсервису подключены 1021 образовательные организации и их филиалы. Заявление можно подать во все вузы, находящиеся на территории России. Чтобы подать заявление онлайн, нужно зайти в аккаунт на портале госуслуги в графе «Поиск» и написать «Поступление в ВУЗ» и в подсказках бота нажать «Подать заявление». Затем заполнить заявление, выбрав не более 5 вузов и 5 направлений в каждом. Конкурсных групп при этом может быть больше. Отправьте заявление, запишитесь на вступительные экзамены, если нужно, и следите за уведомлениями в личном кабинете. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки администрации Самары в телеграм-канале сообщает, что городские власти делают все возможное, чтобы поддержать представителей старшего поколения. Чтобы они могли себя почувствовать нужными, в городе предусмотрено несколько направлений такой социальной поддержки. Материальная помощь и социальные выплаты, организация полезного и интересного досуга, организация спортивно-оздоровительных мероприятий, санаторно-курортные курсы лечения и оздоровления, социальные такси. С информацией обо всех мерах поддержки можно ознакомиться на странице Департамента опеки, попечительства и соцподдержки администрации Самары.